Это может быть немного грустно и печально, но альтернативы сейчас нет. Китайский автопром, он заполняет рынок. Очень много машин сейчас стоят на продаже, но по факту они так и стоят. Спрос катастрофически упал там в 4-5 раз, и он сейчас, по сути дела, только восстанавливается, при этом он еще не дошел до кризисного уровня. Рынок сейчас, если честно, нестабильный. Да, но сейчас по чуть-чуть ценники начали понижаться. Этот автомобиль, он более-менее спортивный считается. Турбовый двигатель стоит. Цены все равно остаются высокие. То есть можно сказать, что практически на малодоступном для жителей Бурятии уровне. Это уравновешивается просто беспрецедентными скидками. Снизится ставки по автокредитам. Возможно, это даст какой-то толчок для активизации рынка автомобилей.